Всем привет, дорогие друзья. Давно ничего не рвал. Вчера приобрел две колоды карт, вот таких вот игральных с пластиковым покрытием. Одна колода 54 карты, две колоды 108 карт. Сейчас хочу протестировать свое состояние физическое в этом отношении. Надо сказать, что ковид внес свои коррективы. Как только мог, постарался ослабить физическое состояние мое. Потихоньку набираю форму заново, потихоньку восстанавливаюсь. Так. Вот одна колода, вы видите. Вторая колода. Никак не хочет открываться. Да. Угу. Вот пошла вроде бы. Значит, так. Вторая колода. Видите, ну, берем как обычно две колоды, складываем вместе в одну стопку, вот такую вот. Еще раз повторяю, получается 108. Ну, когда-то в свои лучшие времена перед ковидом 108 карт я рвал с легкостью. Ну, не знаю, что сейчас получится. Будем пробовать. Будем пробовать. Ну, вот так, дорогие друзья, 108 карт сегодня мне поддались без больших проблем. Вот. Я думаю, что надо будет попробовать в следующий раз 4 колоды, посмотреть, как 4 колоды пойдут. Вот таким вот образом. Видите, вот такой вот веселый Джокер. Совсем уже не веселый, потому что мы его располовинили. Разобрали на две части. Все, дорогие друзья, благодарю вас за внимание. Желаю всем крепкого здоровья. Желаю всем бодрости духа. Всем, кто болен, поправляйтесь скорее. Набирайте свою спортивную форму. Увидимся на канале. До скорых встреч.